хочу просто обратиться от белорусов к этим вот, ну их бандитами кто-то называет, разные там люди, к этим протестующим. Я бы им просто сказал, что ну пошумели, покричали, хватит. Хватит, надо договариваться, пока далеко не зашли. А с этим президентом Токаевым можно договориться. Это нормальный человек, дипломат, с которым можно договориться. Очень умный, образованный человек. И они должны понимать, казахстанцы, что это их страна, и другой страны у них не будет. Поэтому перевернуть страну, дорого будет потом ее восстанавливать. И там противоречия между кланами, группами, дай бог какие, еще надо будет договориться. Поэтому надо, по-народному говоря, пойти, встать на колени, извиниться перед военными, чтобы вот эту вот трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым. Он приглашает всех, кто желает, для переговоров и выстраивания своего государства. Но для нас это урок. Еще один урок. В том плане, что мы теперь поняли, что могло бы быть с нами. И дело даже не в том, что мы мирные белорусы. Дело не в этом. Не белорусы бы решали вопросы в Беларуси.